Фуюань готов к приему российских туристов. Об этом сообщил его мэр на встрече китайской делегации с министром туризма Хабаровского края. С нашей стороны тоже все практически готово к возобновлению турпотока. Осталось уладить лишь формальности. Все подробности далее. На встрече с министром туризма Хабаровского края Екатериной Пунтус мэр Фуюаня Фань Цитао сообщил, что 5 китайских судов, которые будут возить туристов, уже готовы к навигации. Также разработаны экскурсионные маршруты, обновлен гостиничный фонд и обучены гиды. Ожидается, что в июне турпоток с обеих сторон уже точно возобновится. В первое время в визовом режиме. Но как только согласуют на федеральном уровне, в безвизовом. Фань Цитао также отметил, что до 30 июня Россия российский турист сможет въехать в Фуюань по первому билету бесплатно. Такую услугу будут оформлять в офисе, который скоро откроется в Хабаровске. Посетить китайскую часть Большого Уссурийского острова летом тоже можно будет со скидкой. С 1 июля туристам будет предоставлена скидка в обе стороны в живописную часть острова Большой Уссурийский. Стоимость билета 110 юаней на человека. Со скидкой будет 55. С возобновлением турабмена стороны хотят наверстать упущенное в пандемию, чаще встречаться. Например, в следующем году в Фуюане планируется организовать много мероприятий для молодежи. Китайской стороне также интересны крупные хабаровские события и праздники. Они запросили список, чтобы рассказать о них китайским туристам и скорректировать под эти события маршруты. В Хабаровске в конце августа будет проходить Всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток». Этот форум будет направлен на развитие туризма как в Хабаровском крае, так и на Дальнем Востоке и в целом в нашей стране. Я с удовольствием хочу вас пригласить на это мероприятие. К приему китайских туристов Хабаровск почти готов. На речном вокзале уже установили дебаркадер, на котором разместится пассажирский пункт пропуска Фуюань. На борту сейчас идет ремонт. Когда смогут приехать первые туристы, станет известно со дня на день. Арина Солдатенкова, Павел Легалин. Телеканал «Губерния».